Чем отличается даршан от медитации? Даршан – это созерцание божественного, созерцание с открытыми глазами через мастера, через статуэтки, через какие-то изображения, созерцание – это даршан. Медитация – это выход за пределы ума. Это такая гигиеническая процедура, которая очищает ваш ум, очищает карму, очищает привычки ума скатываться в засыпание. А какой эффект от даршана, если медитация – это очищение от кармы? То есть что я получу, да? Да. Да. Это благословение, это высшее благословение к освобождению. А это благословение на исцеление, которые могут происходить и происходят со всеми телами, которые прикасаются к истине. Это прямое прикосновение к истине. Прямое прикосновение истины. Вот, наверное, что это такое. Это позволение истинному открыть ваше сердце, это позволение очистить вас. Вот что такое даршан. Позволение Богу войти в ваше сердце. На онлайн-даршанах многих волнует такой вопрос, видит ли мастер каждого, кто присоединяется онлайн, и вообще как это происходит, то есть, ну вот некоторые видят мастера, да, и, ну, происходит созерцание, да. А некоторые не понимают, видит ли их мастер, а если он их не видит, то не происходит, наверное, конечно, даршана. Да, они начинают руку поднимать, и тогда точно мастер не видит. Потому что как только они подняли руку, сразу картинка закрывается какой-то пеленой. Ваше изображение сразу исчезает. Да, там так еще написано, что если вы хотите привлечь внимание, поднимите руку. Да, ну вот, да. Чье внимание привлечь? Конечно, видит всех, кто приходит на даршан, конечно, видит. Соединю два вопроса. У меня на предыдущем даршане очно было, глядя на мастера, все вокруг растворилось, и все люди, все, кто был, и только мастер, как облако света и очертание золотое. И это непередаваемого. Я аж промаргивала. Вопрос выше был на тему, что такое нимб. Очень часто видит у мастера нимб, сияние вокруг его тела, головы проявляется разным, по-разному. Что это за проявленность такая? Является ли тем самым светом это? Ну, в общем, природу этого явления, скажем так. Или вот это облако, о котором сейчас писалось. Да, многие рассказывают о том, что мастер исчезает. И тогда остается только световое какое-то видение в виде сияния радужного или нимба какого-то, или золотого очертания мастера. Поэтому
это нормально, не цепляйтесь за это. А растворитесь, просто растворитесь во мне, и вы тоже освободитесь, вы тоже обретете эту сокровенную свободу. Ибо лишь тот, кто в преданности к Богу растворился, увидит мир глазами Бога, навечно обретя Его свободу. Не рассматривайте что-то как что-то. Растворитесь. Растворитесь во мне, и все. Больше ничего не нужно.